Давайте мы похлопаем, что ли, для начала. Молодцы, что все пришли. Себе похлопать. Да, отлично. Давайте мы представим первого нашего специалиста-эксперта, гостя сегодняшнего вечера. Это всеми нами горячо любимый наш пастор Михаил Дмитрук. Нам особо много представлять его не нужно. Человек, все который пользуется, да, уважением во всей Латвии, и не только. А второй наш гость — это успешный бизнесмен и сотрудник и работник в сфере науки Вадим Шакель. Аплодисменты. А также у нас сегодня в гостях человек, которого вы, может быть, плохо знаете, может, совсем не знаете. Может, но когда-то видели. Сегодня вы его узнаете. Это Артурс Высоцкис Рубенис. Это главный тренер баскетбольного клуба «Огре» и тренер юниорской сборной Латвии U16 по баскетболу. Окей, хорошо. Надеюсь, вам удобно. Вам, вы как себя чувствуете? Хорошо? Классно. Супер, супер. А еще раз их поприветствую, чтобы они не смущались. Хорошо, друзья, а для начала, чтобы мы смогли так расслабиться, я вам задам, ну, я тоже задам простой вопрос. Два варианта ответа. Вам нужно просто выбрать один из двух вариантов. По очереди будете отвечать. Буквально на размышление там пару секунд. Чтобы мы смогли с вами познакомиться. Да, ну, грубо говоря, поломать лед — это, ну, такая процедура, чтобы мы друг друга получше узнали, чтобы зрители нас узнали. Вот. Окей, хорошо, вы готовы? Круто. Хорошо, Вадим, чай или кофе? Чай. Кофе. Чай. Сейчас чай. Чай, хорошо. Камень, ножницы или бумага? Камень. Ложницы. Тогда бумага. Хорошо, Вадим, кот или собака? Собака. 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 Все собачки, собачки. Карандаш или ручка? Карандаш. Ручка. Карандаш. Хорошо, 32 или 76? 32. 76. 76. Отлично. Как пастор. Рок или хип-хоп? Хип-хоп. Хип-хоп. Не знаю. Хорошо, специально для пастора. Рок или шансон? Шансон? Ладно. Завтрак или ужин, Вадим? Ужин. Завтрак. Ужин. Сразу видно, кто спортсмен. Да. Провинция или мегаполис? Мегаполис. Провинция. Провинция. О. Горы или равнины? Горы. Горы. И равнины. Медведь или табуретка? Медведь или табуретка? Кувалда. Кувалда. Что это такое второе? Табуретка — это такое седеклес. А, окей. Тогда медведь. А мне хватит табуретки. Хорошо. Кола или спрайт? Спрайт. Кола. Кола. Фото или видео? Фото. Фото. Видео. Гиппопотам или бегемот? Бегемот. Бегемот. Венолга. Хорошо. Пляж или горный курорт? Горный курорт. Пляж. Горный курорт. Усы или борода? Борода. Борода. Усы. Yes. Вода или огонь? Вода. Огонь. Огонь. Свет или цвет? Цвет. Первый. Свет, свет. Дед Мороз или Санта-Клаус? Дед Мороз. Санта-Клаус. Не знаю. Окей, рыба или мясо? И то, и то. Тоже, и то. Рыба или мясо? И то, и то. Тоже. Биг Мак или суши? Суши. Биг Мак. Биг Мак. Окей. Спасибо, друзья. На этом наш блиц-опрос окончен. Похлопаем. Надеюсь, это что-то дало нам познакомить чуть-чуть.
Хорошо, друзья, там, продолжайте. Да, мы приступим, к основной части нашего интервью, нашего ток-шоу. И для начала мы хотим задать вам несколько вопросов, просто чтобы познакомиться еще поближе, чтобы люди знали, о чем вы занимаетесь. По очереди расскажите, кто вы, чем вы занимаетесь, ваша сфера и какие примерно у вас сейчас ваше состояние, где вы находитесь на вашем пути, как вы видите себя. С Вадима начнем. Меня зовут Вадим, я занимаюсь бизнесом, служу в церкви, заканчиваю учебу в докторантуре по направлению химическая технология. То есть я когда закончу, напишу свою, наконец, диссертацию, она у меня на середине сейчас застряла. Я буду доктор химических наук. Я также... Аплодисменты, я думаю, это хорошее достижение. Я также муж одной жены и отец четырех детей. И я считаю, что это тоже в наши дни успех. Спасибо. Артур? Сперва извините за мой русский. Я так, каждый день не говорю по этому языке. Сперва, мое имя Артур. Я баскетбольный тренер. Сейчас уже, не знаю, 7 лет уже профессиональный баскетбольный тренер. Перед этим я работал с детьми, потом перешел на большие люди, но тоже с детьми или, не знаю, яунеши, молодежи, да. И в этот год перешел от Риги до Уагры, и там новая команда, и там главный тренер. Тоже, как вы уже говорили, сборной Латвии, молодежи и тоже женщинами, да? Так это по-русски, да? Женщин. Да, правильно. Женская команда. Женская команда сборной Латвии, я там ассистент. Я люблю книги, люблю бегать, плавать. И у меня сын, который 11 лет, я сейчас вот был на тренировке, и потом бежал на игру моего сына. Знаете, это намного хуже, там, когда ты не тренер, и ты сидишь здесь и видишь, как твой сын бегает и что-то не так делает, и может быть, и тоже что-то хорошее, другие эмоции. Да. Спасибо, пастор Михаил. Наверное, меня знают. Чем я занимаюсь? Я второй пастор в церкви. И в сферу моей ответственности, или как бы то, чем я в основном в церкви занимаюсь, это все, что связано с членами церкви. Это как бы поддержка всех людей. Мы обзваниваем людей, мы общаемся. Очень часто нам люди звонят, например, в 3 часа ночи могут звонить, смс-очки приходят, там разные ситуации. Вот. Я не скажу, что это тяжело, но интересно. Иногда бывают разные такие ситуации, скажем, что там я спать не могу, потому что волнуюсь о какой-то ситуации. Там. Вот. Потом в сферу моей ответственности еще входит все, что у нас в церкви происходит с обучением, с новыми людьми, вот все программы, которые связаны с новообращенными, библейская школа, водное крещение, и потом я готовлю проповеди, и я много читаю, и много молюсь, и вот так. Работал в школе учителем 8 лет, и практиковал много в себя в детской работе с детьми, воскресная школа, христианские лагеря. Такая вот у меня жизнь. Пастор Михаил, сколько у вас детей? Сейчас 4. Аплодисменты, наверное. Спасибо, друзья, что рассказали немножко о себе. Наверное, когда вышли на молодежку, вы хотели знать, какая тема, да, будет, и вы все прочитали, что тема — это успех.
Да, успех — это, конечно, понятие такое широкое. Ну, можно что угодно вложить в это слово, да, понятие. Но вот мне бы хотелось узнать, могли бы вы поделиться коротко, и как, по вашему мнению, что значит достигнуть успеха вот в вашей жизни, в вашей сфере деятельности, в которой вы живете? Профессиональной. Опять я? Да, с Вадима начнем. Сам туда сел, на край. Вообще оттуда, вот как бы, ну, первый, второй, третий. У нас другая нумерация. Ой. Да, мы не евреи, а хотя кто из нас, ну, слева направо. Ну, если сегодня я здесь представляю, как бы, что я предприниматель, что я бизнесмен, то я, наверное, сегодня буду говорить о таких, может быть, вещах, как бы... как сказать, меркантильных немножко, да, о деньгах, о финансах. Я считаю, что, как бы, ну, если я себя сравню, наверное, с Дональдом Трампом, то я ничего не достиг. Если я сравню себя с каким-то другим человеком, возможно, я что-то в этой жизни достиг, да. То есть все относительно, как сказал Альберт Эйнштейн, по-моему. Я считаю, что в бизнесе, если ты чего-то достиг, то ты можешь зайти в магазин, хотя бы в продуктовый, и, несмотря на цены, позволить себе что-то купить, что ты хочешь просто. Как бы я так оцениваю успех. Я также оцениваю успех, что ты можешь быть жертвенным, благословлять твое окружение вокруг, без как бы... ощущение, что ты что-то потерял или что твоему кошельку это больно. И я думаю, что это одна из таких целей успеха, чтобы быть благословением для кого-то. И если ты так достиг чего-то и ты не являешься этим, то это просто эгоизм. Вот такой ответ. Спасибо. Артур, наверное, стать олимпийским чемпионом? Или я что-то неправильно понимаю? Нет, это правильно. Потому что в моей профессии это все назначает этот выигрыш или проигрыш. Если ты выигрываешь, а как тренер, как команда, тогда ты успешный, да, тренер или успешная команда, или этот бизнес успешный. Но это вот в конце сезона посмотрят там все люди, там, ты вместо в первое или, не знаю, 12-е. Это все назначает, ты хороший тренер или плохой. Ну, я на это смотрю немножко по-другому. Я очень люблю выиграть, и я очень не люблю проигрывать. И, знаете, после проигрыша, когда ты дома сидишь и 12 часов и еще думаешь об этом, и 3 часа, и ты думаешь еще об этом, и когда ты заснешь, и на следующий день это самое приходит обратно, это трудно. Ну, я очень хочу выиграть. Но в моей профессии, когда я вшел там, я знал, что это путь Бога. И я смотрю, что мой выигрыш – это игроки, ну, отношения с ними. Единственное, ну, моя работа, если так, ты начинаешь тренировку, ты подготовишь команду на игру и кончаешь эту тренировку. И все, и ты иди домой. Это моя работа, потому эти руководители платят не за это. Но для меня я хочу близкие отношения со своими игроками. Я хочу, чтобы с ним я мог поговорить после тренировки, перед тренировкой. Если я вижу, что ему что-то не так в семье или учебе, или где-то так, и тогда я могу с ним, им как-то помочь. И после этого, когда этот игрок уходит от меня на другую команду, он вспоминает что-то из этого все. И я могу оставить где-то какой-то, как это по-русски, марк зиме, след, печаток, да, в жизни их. И потом, когда вот на улице или где-то его опять встречают, тогда он, ну, мы можем как друзья поговорить, не как тренер, и только тренер и игрок. Это для меня это успех, когда
это отношения с игроками. Ну, mm-hmm. больше в бизнесе это выиграть игру. Да. Спасибо. Пастор Михаил. Успех для меня, знаете, вот врачи, юристы и священники, они это как бы те, которые очень много ковыряются в проблемах, в болезнях, в каких-то спорах. Вот, и вот для меня очень, ну как бы, я считаю, что это удачно, хорошо, если я помог одному человеку, помог еще кому-то. Как бы вот возникают ситуации. И я веду какие-то беседы, обсуждаем, я как бы человека наставляю. И если я вижу, что у человека пошел результат, исцеление, например, пришло, там, мы помолились, там, был болен, исцелился, и я понимаю, что это успех. Но иногда бывает так, что когда у людей вот душа больная, там, скажем, влезли в разные такие обстоятельства, такие нехорошие, и вот они уже приходят, и очень часто бывает так, что им очень тяжело. И вот я чувствую, что моя роль вот здесь добиться как бы помощи, чтобы человек как бы вырулил и больше не сделал ошибок, и чтобы он самостоятельно умел справляться и побеждать какие-то обстоятельства. А в общем я вижу, что если успех – это когда, как в послании Иоанна написано, что нет больше радости, если дети твои ходят в истине. То есть вот если мы как церковь, вот наши люди все, если они любят Бога, если они жертвенны, если они свидетельствуют, их жизнь такая органичная, состоявшаяся, я рад, вот, я знаю, что это тогда это успех. Вот. Угу. Конечно, хочется, чтобы, по крайней мере, вот этот близлежащий район был здесь в церкви. Мы молимся об этом. И я верю, что шаг за шагом процесс идет. Спасибо. Спасибо, пастор Михаил. Вот такой еще пост получается. Вот мне интересно узнать. Вот вы успех, как бы, так в общем, как бы вот посмотрели в общем на свою жизнь, и как бы вы сказали, что есть успех. А вот интересно, вот каждый день вот вы живете, бывает такой день, когда вы скажете, сегодня хороший такой день, успешный день. Вот сегодня у меня все получилось. Вот как вот вы измеряете, то есть вот успех, чем он измеряется вот для вас лично? Как, когда вы можете сказать, что вау, сегодня хороший день, все у меня получилось там, да. Вот вы в разных сферах деятельности занимаетесь. Вот интересно понять, как вот вы оцениваете вот хороший день там или плохой день. Я уже читаю мысли Вадима. Продал что-то, наверное. Ну или я могу быть неправ. Или купил что-нибудь нормально. Ну, мне так трудно сказать, потому что весь мой бизнес построен на долгосрочных контрактах и сделках, которые могут длиться 4, 5, 6 лет. И, там, скажем, после 6 лет работы над каким-то большим проектом, если я, там, скажем, получаю этот контракт, выигрываю конкурс, вот этот мой как бы замечательный день, когда я вижу результат своей работы. А так, в принципе, я... Каждый день для меня успех, потому что я занимаюсь тем, что мне очень нравится. И если человек встает с утра и идет на работу, и он ее там не проклинает и не плачет, что ему нужно идти на работу, а он, ему она нравится, это его любимое занятие, то я думаю, что это уже успех. Спасибо. Знаете, в моей работе самое лучшее, что есть, если ты с утра едешь на работу, но ты не едешь на бюро или какой-то, ты на баскетбольный зал. И я беру в статуэле кофе, да, это большое, да, и езжаю на зал, и обычно я там первый, потому что мне надо где-то 2 часа перед тренировкой мне подготовиться еще, вот, и это, этот момент, который ты входишь в зал, и ты первый, и ты знаешь... Это вот я люблю эту свою работу, да. И в конце дня, если ты любишь свою работу, тебе надо сделать самое лучшее, что ты можешь сделать. И если ты не сделал,
тогда вот ты в конце дня знаешь, вот этот день я не сделал так, как надо, я не чувствую, как выигрыш успешный тренер, да. Но когда ты сделал все, что можешь, и поговорил с ребятами, хорошую тренировку сделал, да, поговорил с своим сыном, да, это весь день, тогда ты знаешь, что ты сделал то, что Иисус Христос сказал в Библии, делай все, что ты делаешь, как для Бога, не как для людей. Тогда ты выиграл, ну, это для меня, ну... Угу. Спасибо. Я верю, что успех, он измеряется. Он как-то... его можно померить. Но иногда очень сложно померить, что касается духовных каких-то процессов. И вот, скажем, чтобы день был успешным, иногда ты себя чувствуешь... Например, у меня было несколько таких моментов, где... Сын у меня лежит в больнице, в реанимации, жена, у нее ноги отказали, а я прихожу в церковь, и женщина приходит ко мне и говорит, у меня рак щитовидки. И вот представляете, вот такая ситуация. И я молюсь за нее. Я помолился, все, через, наверное, неделю приходит, говорит, вы не представляете. Прошла все анализы, уже на операцию назначали. Исчезло все, исцелилось. Представляете? Потом, еще недавно был тоже такой случай. Женщина, она не из церкви, просто один ее сын более-менее так как-то верит. Вот и он маму свою привел сюда, у нее тоже рак. И уже в такой серьезной стадии. Она не церковный человек. Мы спокойненько помолились, и человек исцелился. Представляете, исцелилась абсолютно. И она говорит, она даже не библейским языком выражается, говорит, я пошла в церковь, там заговорили болезнь. Вот. Ну, конечно, ты думаешь, слава Богу, это вот как-то, если вот как-то Бог прославляется, вот, я не знаю, вот такие вот вещи очень-очень ну, вдохновляют, и кажется, ну, хорошая дорога, идем, товарищи, нормально. Спасибо. Такой вопрос. Вот, очень интересно, скорее всего, большинству из присутствующих и тех, кто смотрит нас. Как вы начинали? Как вы пришли к тому, что вы сейчас имеете? Как вы получили это знание о том, что вам надо двигаться в этом направлении? Какие были ваши шаги первые? Ну, может, коротко очень расскажете. Вадим? После школы я не знал, чем мне заняться. И как все... Думал, ну, надо пойти на брокера и на менеджера или на маклера, хотя я вообще не понимал, что это значит. Я поступил в Латвийский университет на экономический факультет. На платное поступил, не смог пройти на бюджет. И мне нужно было оплачивать учебу самому. И я подал объявление, что я ищу работу на студент на полставки. И мне единственный, кто предложил работу, это... Была одна женщина из лаборатории Института химии древесины, работает лаборантом. Я думал, я учусь на экономиста, какой лаборант вообще, что там я буду делать? Выхода не было, мне нужно было собирать каждый месяц деньги, чтобы оплатить учебу. И я пошел туда работать, и после того, как я весь два семестра отработал, мне это очень понравилось, и я понял, что я далек от экономики, особенно от макроэкономики, и я... Она меня уговорила перейти на химический факультет. И я перешел в РТУ, в Рижский технический университет, на химфак. То есть я начал заново. И к третьему курсу я остался один в своем направлении. Все остальные ушли. И я если заканчивал... не секрет, сколько начинал у вас в этом направлении? 8. И я заканчивал университет один. У меня были лекции, где я сидел один-один с преподавателем. Мне не было возможности ни списать, ни заснуть, вообще ничего. Я вот сидел, меня очень рубило, так сказать. Но я себя заставлял вообще слушать. Я закончил бакалавра, продолжал работать в этой лаборатории. Поступил в магистратуру, продолжал работать в этой лаборатории. Закончил магистратуру и ушел работать в бизнес.
Два года я проработал, продавая лабораторные аппараты. Очень многому научился. И потом мы еще с двумя коллегами открыли свою фирму 7,5 лет назад. И по сей день я занимаюсь этим и как бы продолжаю заканчивать докторантуру по этой же химии. Но было таких несколько важных моментов, где я просто не знал, как делать. И даже тот факт, что я год своей жизни потерял, учась на экономику, я верю, что это был Божий путь, где я именно пошел на эту химию и так далее. И потому что на всех этих этапах жизни я всегда молился и отдавал каждое такое важное решение Богу, просто чтобы не ошибиться. Я думаю, что и по сей день... А если не секрет, как ты получал ответы через каких-то людей, молитвы? Просто в жизни так все складывалось, что по-другому, ну, как бы выхода не было. То есть вот так вот, что текло, и я просто удивлялся многим вещам. Мы хотели меня перевести, выгнать меня последнего студента, потому что им было невыгодно это делать. Просто Бог все так устроил, что я один-единственный закончил бакалавра. И, ну... Слава Богу. Артур? Я рос в фамилии, где мой отец ему баскетбол, футбол, все время там Формула-1, припоминаете такое, да? Есть такое время, когда все смотрели Формулу, Шумахер там ехал и все это. И я тоже все время там был, и первые годы я был борец, где-то 7 годов боролся, это не знаю, как это называется по-русски, но борец, и потом пошел на Ригу учиться в школе, и так, тогда перешел на баскетбол. Но история начинается, когда я пошел на университет, я не пошел на спорт, я знал, когда мне было 16 лет, я знал, что я хочу быть тренером. И не потому что я видел, как ты где-то хороший тренер, а потому что я видел очень плохие тренеры. Я хотел быть лучше их. И когда надо было идти на университет, я так, то же самое, ты потерял один год, я 4. Я пошел на рекламу. Пошел на рекламу и потом работал. Я не хочу говорить, что я потерял эти годы, потому что эти годы мне очень много дали. Я 4 года пошел на рекламу учиться и уже начал работать в рекламной агентуре, проектным руководителем. И где-то делал, не знаю, 6 лет это. А потом уже где-то вот в 5-м лете, там вот в сердце ты еще все время это мысли, что ты хочешь тренировать детей, приходит обратно все время, один раз, тогда второй раз, третий, и ты уже начинаешь в YouTube что-то смотреть, ты начинаешь делать какие-то упражнения, эти тренировки на, не знаю, где-то наружу, да, где дети ходят, и так дальше, и в один раз я пошел стажироваться к одному хорошему тренеру, и потом он мне предложил работать. Я не знал, там это алга, ну, зарплата была не так большая, как там в рекламе, но я знал, вот в сердце знал, что этот момент, что надо выбрать. И я выбрал пойти тренировать, пошел учиться, пошел работать там, и потом уже мне предложили тоже профессиональный баскетбол начинать что-то делать и так и дальше. Но это такой, да. А тяжело было переключиться, оставить одно и перейти на другое? В этот момент это было очень легко, потому что это была работа, что я знаю, знаете, когда ты в рекламе и сидишь еще 9 часов в офисе и думаешь, как продать или как сделать эту рекламу вот этому клиенту, и то же самое делаешь, не знаю, вот сейчас я пойду домой и до 3 часа, 2 часа буду делать этот скаутинг это в баскетболе. Завтра нам надо играть с Лепаей, да, я буду сделать для игрокам, вот, не знаю, 3-4 игра, я буду показывать видео. Мне надо это сделать. Но я это могу сделать до утра, я могу не спать, ну, потому что это работа для меня. А в той работе, знаешь, в 9 часов ты смотришь, я еще в офисе. Пастор Михаил. Вообще,
вообще у каждого жизнь интересно складывается, и, наверное, лучше всего, когда как-то Божье вот есть водительство, и мы слушаемся Бога. Я думаю, что у меня где-то с детства, вот я знаю четко, что в 11 лет у меня было одно такое переживание. Я знаю, что это Бог мне проговорил, и Он как бы показал мне мою как бы судьбу, и это был сон. Вот, но настолько был, 11 лет, настолько он был таким необычным, что я не мог. Я пошел там к тете своей и рассказал ей. Она мне говорит: «Да ты что?» Вот, и когда... суть там такова, что люди идут в ад, вот, а я как бы знаю, где есть выход. И я выталкиваю людей, чтобы они не проваливались в ад. Вот такой сон был. И она мне говорит: «Наверное, Бог тебя призывает». Вот она эти слова сказала, вот, и это был Советский Союз, вы знаете, это не было таких возможностей сейчас там учиться в библейской школе, там, и я рос в церкви, пережил крещение Духом Святым, это было тоже очень радикально, и где-то вот как-то Бог поставил, наверное, в тот момент, вот мне четко, вот когда я пережил крещение Духом Святым, это было очень радикально. Это так, я даже 3 дня в школу не ходил после этого. Настолько радикально было. И спустя какое-то время мне как бы вот наши там, в той церкви, где я был, там ребята уехали в Германию жить. И я помню, там один написал, что я пошел учиться в библейскую школу. Вот, и я себе где-то тайком вот так: «Боже, если бы когда-нибудь была бы такая возможность, я бы все дал бы, я бы помчался бы учиться туда». Вот. И Бог так сделал, я учился в первой библейской школе на территории бывшего Советского Союза. Вот, я там учился, но я уже служил в церкви, уже меня это вдохновляло. Вот, и обучаясь в библейской школе, мне как бы, знаете, как будто бы вот механизмы какие-то дали. Как бы я вот чуть-чуть меня как бы причесали. Вот, ну, не чуть-чуть, а хорошо, но как бы вот мне направилось вот это все. И мне казалось, что я все смогу. Я буду переть, как этот самый ракета. Вижу цель, не вижу препятствий. Вот так. И вот так вот шло. И как бы вот я не думал про карьеру вообще и про деньги. Ни карьера, ни деньги. Меня это как-то вообще даже и мысли такой не было. И не приходило там, скажем, вот чтоб тебе какое-то кресло, там какое-то... Даже иногда люди спрашивают: «А кем ты вот мечтаешь?» А я даже думаю: «Да мне бы свою работу сделать». Вот так. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересно. Уже такой вот вопрос следующий. Уже не столько о вас, сколько вообще о всем мире. Кто из ныне живущих людей, ну, может быть, он уже не живой, этот человек, но, так скажем, из наших современников вас вдохновляет? На жизнь которого вы, например, смотрите и берете пример с этого человека. Кто может, первый вот начнет? Может, пастор Михаил начать. Ну, скажем, ну, у меня как бы много таких людей. Много. Я, например, я читаю книги. Не так много книг читаю. Я в одно время я столько читал книг. Все книги христианские, которые можно было достать, я все перечитал. Ну, это было... Ну, я когда женился, у меня было 13 ящиков и только книги. Вот это весь мой, ну, как приданное. Оклад. Вот. Сейчас я не успеваю все читать, но у меня есть несколько таких авторов, которых я уважаю, за которыми я наблюдаю, и какими-то фрагментами. Например, меня очень вдохновляет, есть такой человек Дэйв Лоуэн. Может быть, кто-то знает его. Дэйв Лоуэн. Вот я наблюдал, мы на конференции ездили, он вел христианские молодежные лагеря, и я наблюдал за его хваткой в жизни. Мы переписывались, потому что я был как-то в лагеря очень тоже посвящен. Вот, и я видел вот его вот эту страсть, его прогресс в жизни, что вот он, скажем, вот он так наивно некоторые вещи смотрит, через какое-то время смотрю. Я просил его, например, смотреть записную книжку, вот как он свои дела пишет. Рик Рейнер меня очень вдохновлял. Пастор Андрей. Вот.
Потом еще есть Вячеслав Алтухов, который очень повлиял на мою жизнь. И еще есть ряд людей, которые вот... Ну, в первую очередь, на кого вы стараетесь равняться? Как бы персона, которая вдохновила, ну, именно из наших современников. Современников? Трудно мне сказать. Я как бы с годами, раньше я идеализировал людей. Мне казалось, это люди, скажем, они земли не касаются, они такие духовные, такие святые. Я помню, к нам приехал один человек в церковь, и через этого человека было очень много такого Божьего влияния на всю церковь. И с ним был там молодой человек, и я себе так думал, если бы у меня была бы возможность, я бы тоже подглядывал бы, поехал бы с ним, я бы посмотрел, как человек так может, как вот он может молиться за людей, люди крестятся Духом Святым, как он может, он как пророк какой-то. Вот. И потом, спустя время, там, я фильмы смотрел, Бонки, там, все вот эти, да, я не скажу, что я разочаровался в том, чтобы вот там как бы слепо вот каждому в рот смотреть, но я думаю, что я научился смотреть не на слова, а на жизнь и на плоды жизни. Вот. Смотреть, какая семья у человека. Говорит ли он, верит ли так же он, как и раньше верил. Вот на такие вещи. Есть ряд людей. Спасибо. Меня вдохновляют такие люди, как... Вот на сцену здесь стояли, да, много людей, не знаю, 6, да, юноши. И там одна женщина, да, не знаю, где она, вот чуть-чуть там, да, вот. Она бас-гитару играла, да. И я знаю, все смотрели, ну, здесь или там смотрели, все видели этот человек. Но я видел ее, потому что она там, знаете, вот, она любит, что она делает. И меня вдохновляют такие вот люди, которые любят... что они делают, и они тоже умеют делать. Это очень, они стараются делать. Но если, ну, так в баскетболе тогда и в жизни, тогда такой баскетбольный тренер Джон Вуден, он в Америке жил, сейчас он уже в небесах. Он такой тренер, который выиграл много. Он легендарный. Он 10 раз выиграл студенческую лигу в Америке. И в то же время он хороший отец, очень хороший отец был, мотиватор, да, и книги много сделал, написал. И он хороший муж своей жене. Да, он вот все это вместе, потому что у меня иногда проблемы. Если я выиграю, тогда слишком много в работе уже. А если я не, вот слишком уже, не знаю, с жене или сыну там время немножко побольше разделю, тогда опять я не так готов на тренировки. И вот этот баланс, он сделал самый хороший, что я вижу, баланс, ну, и это очень вдохновительно. Да. Есть такой баскетболист Кристоф Спорзингис. Вдохновляет тебя? Слышал, да. Такой единый. Он вдохновляет. Я знаю его и работал в лагере. Он прошлое лето делал в лагерь, и я руководил этот лагерь. Он хороший мой друг, и тоже эти фамилии. Ему тоже. Когда ты смотришь на него, ты не знаешь, почему он такой хороший, да? А ты когда увидишь его братья, отца и матери, тогда ты уже понимаешь, да, вот они, ну, это фундамент, почему он так, где он сейчас. Спасибо. Владимир. Если говорить вот о бизнесе, как бы, да, вот не смотреть там, какая семья у человека, там, на его творчество, то меня вдохновляет Тимати. Как бы мне не нравится его творчество, как бы его такой стиль, но я просто иногда читал его биографию, он родился со мной в один день, год в год, день в день. Я иногда себя с ним сравниваю. Посмотри, какая империя, скажем, бизнес-империя у него,
А ты сейчас тут сидишь, там телек смотришь. Иди просто что-то начни делать, иди больше работать. То есть меня вдохновляет его работоспособность, потому что он работает постоянно, наверное, 24 часа в сутки. Он что-то делает, развивает, двигает. Как бы, я говорю еще раз, что его семья, его творчество, как бы это не пример для меня. Но именно его работоспособность, что в свои 33 года он достиг, скажем, в разы больше, чем я. И что он это сделал сам, без чьей-то либо помощи. Все, что он достиг, он самостоятельно сделал. То есть ему не папа помог, не кто-то, он как бы начал сам. И вот для меня это такой пример, что есть еще куда стремиться, нужно больше, больше, больше работать, работать и просто не останавливаться. Вот такой. Отлично, спасибо. И спасибо большое. И такой тоже похожий на этот вопрос, только из Библии. Кто из библейских героев вас вдохновляет? И можете ли вы назвать, допустим, такого примерного библейского героя пастора, спортсмена и бизнесмена? Пастор Михаил. Меня вдохновляет Павел, по-честному. Я очень до сих пор, вот мы читаем как раз и дома вот об этом, Павел. Павел, а почему? Павел, потому что очень радикально, очень посвященно, очень трудолюбиво, вот тоже вижу цель, не вижу препятствий. Вот. Если он живой, он проповедует. Вот так. Для меня этот Даниэл, да? Даниэл, это по-русски тоже то самое? Даниэл? Даниэл, да. Он, потому что он не боялся. Может быть, боялся, но и он жил так близко с Богом, чтобы вот в то время, когда надо было вот выбирать, да, направо и налево, да, он все время стоял на правильный путь. И это он жил как вот такой мужик такой, ну, знаете, эта история, да, все вдохновляет очень. Это как-то связано со спортом. Ты видишь какие-то параллели? Как это вот в спорте, допустим, его характер может помочь? Ну да, но везде, в спорте или в жизни, тогда мы очень каждый день мы идем в своей работе или в жизнь, и у нас там какие-то проблемы. Это не жизнь без проблем или жизнь без выбора. Каждый день мы выбираем, каждую секунду мы выбираем. И он мне вдохновляет, что если ты живешь и твои отношения с Богом очень близкие, тогда ты можешь выбирать хорошие выборы. Да, и когда будут вот такие большие проблемы, потому что в тренировке, я вот сейчас где-то недели два назад, у меня было где-то 6 поражений подряд, да, и потом ты думаешь, что ты плохой тренер, у тебя ничего не идет, и вот в таком время тебе надо вот такой пример, как Даниил, который не испытывал то же самое, все, ну, только сдержался до конца. Без компромисса, да. Меня вдохновляет Соломон, потому что он просил у Бога мудрости. Бог дал ему мудрости, и написано в Библии, что никому Бог не дал такой мудрости, как он дал Соломону. И благодаря этой мудрости он сделал Израиль и вот это царство свое очень процветающим, богатым, что и даже царица Савская, по-моему, как бы приезжала и удивлялась. И я тоже у Бога прошу, чтобы он дал мне почти как у Соломона мудрости, чтобы я мог свой бизнес, также и свою семью, и свое служение как бы мудро развивать и мудро использовать. Отлично. Вопрос такой. Мы все здесь христиане, верующие люди. Как ваша вера, ваши отношения с Богом помогают,
может быть, какой-то четкий пример вот в жизни, вот в достижении успеха, именно вера. Может быть, был какой-то случай, когда надо было положиться на Бога, вот слепо идти. И есть такие случаи, может быть, расскажете, поделитесь. Пастор Михаил. Пастор? Я как бы обязан это делать. Ну, скажем, много, у меня лично много таких, много, я вам скажу, вот сегодня у меня была одна встреча, очень такая тяжелая там, и когда я, ну, как бы, эта женщина сделала аборт, она пришла, она вот плачет, она вся в слезах, она рассказывает свою ситуацию, рассказывает вот, ну, как бы, свое горе, свою беду, что она спать не может, что ее преследуют страхи, что, значит, она потеряла там в весе, она просто, ну, никакая, ей очень тяжело, и вся в слезах, все. Я сижу и вот думаю, Боже, ну мы с супругой были, и я прошу, Господи, ну, дай мне слово, дай мне вот, мне нужно, чтобы я как бы от тебя сказал ей, чтобы я ее не убил, ну, как бы правилом, что ты вот плохо сделала, ты вот такая. И одновременно, чтобы я истину сказал и дал ей как бы вот. И вот сижу, и все, она уже заканчивает разговор, а у меня нечего сказать, вы не представляете. Я просто, она вся в салфетках, вся плачет, и простите, что я это рассказываю, но вот такая ситуация. Я понимаю, что человеку очень тяжело. И вдруг, вот в какой-то момент, вот вдруг, я только как бы рот открываю, и у меня как бы, знаете, как вот выстроилась концепция. И я высказал это все. Я смотрю, у него слезы высохли. Я ее, конечно, изобличил. Я ее как бы... Вот, ну, просто... Потом я жене говорю, ну, не придавил я еще ее больше. Она говорит, у меня тоже было это на сердце, так сказать. Но как будто бы, знаете, вот... Ну, вот реально это Бог. Я не смог бы. Вот я сидел, я не знал, что мне, вот какие мне советы дать. Потому что я как бы ситуацию знаю, вот, но я все не знаю. Вот. Ну вот, и таких случаев масса. Просто иногда я научился такой вещи, что когда я не знаю, то Бог вот как-то больше прославляется тогда, потому что я четко знаю, что это Бог вот как бы дал мне вот эту какую-то идею, какие-то мысли, какое-то слово, какое-то откровение. Вот, вот так вот. Артур? Мне много историй, но один пример это моей работы, эмоций идет оттуда до сюда где-то, ну, не знаю, тысяч раз в игру в один, и не знаю, вот если в неделю, тогда у меня три игра, это эмоции вот там и здесь. Если ты выигрываешь, тогда эмоции здесь, если ты проигрываешь, то эмоции здесь. Игрокам, тренерам, всем там. И если у меня не было очень сильный фундамент, да, это такое русское, как Бог и Библия, тогда я не смог правильно реагировать с этими эмоциями. Например, если я был бы у меня проигрыш, да, мне бы хотелось все время немножко попить, не знаю, ну что, как сказать это, ну алкоголь, да, или смотреть какие-то тупые фильмы или что-то такое. И знаете, мясо, тело, да, она хочет это все, потому что она хочет хоп и забить это все. Ну если для меня Бог, молитва, читать Библию, это как идти этот путь через проигрыша до опять, когда ты можешь работать, опять можешь смотреть на вещи через другую перспективу. Вот.
Отлично, спасибо, Вадим. Я на 100% верю, что Бог благословляет мой бизнес, что без Божьего вмешательства, без сверхъестественного, я бы не достиг вообще ничего. И также в моем образовании. Я бы просто не смог совмещать работу с учебой. То есть, как я говорил, что я верю, что Бог меня ведет своим путем, что я нахожусь в воле Божьей. Я постоянно прошу Бога о мудрости. И часто бывает, что ты можешь день, неделю сидеть, думать просто, как решить какую-то проблему. Стресс такой приходит. И просто одну ночь ты просыпаешься, начинаешь что-то думать, и приходит какая-то такая неординарная, свежая мысль. Ты утром приходишь в офис, ты ее применяешь, и ты видишь, что раньше до нее не додумался. Я верю, что также Бог может таким образом просто давать мудрости. И еще одна вещь, что, во что я как бы верю, это принцип сеяния и жатвы. И я как бы себя приучил, и вся моя семья приучена к тому, что от любого прихода 10% от любой суммы, какая бы она ни была, маленькая или большая, эти деньги не принадлежат нам, ни мне, ни моей семье, они как бы отдаются в церковь или на благотворительность. И я верю, что этот принцип также как бы это божественный принцип, и он благословляет также мой бизнес. Аминь. Большое спасибо, классно. У нас немного времени еще осталось совсем. Поэтому следующий вопрос, будем стараться отвечать очень быстро. Хорошо. Такой вопрос. Насколько большое значение имеет для вас мнение окружающих людей о вас? Вадим. Чем старше я становлюсь, тем меньше меня вообще волнует мнение. Тем больше должно других волновать твое мнение, да? Нет, тоже мне не волнует, что их волнует мое мнение или не волнует, так как... В спорте это так. Когда ты выигрываешь, все на кругу, или в медиа, или в магазины, или в ТВ, все время, ты очень хороший тренер, ты самый лучший, это твоя команда, ты гениальный, и так дальше. Через два дня ты проигрываешь, и все думают, что ты идиот. Да? И я не могу ответить на этот вопрос очень стрикно, потому что это... Я слышу это, как-то реагирую, но я знаю, что я не мне надо идти вперед, и это, я слышу, но не если я бы думал, когда я выигрываю все время, если выигрываю, тогда очень я хороший, если проигрываю, я такой никакой, в одну неделю я бы и хороший, и плохой, но так и нет, я человек. Я стараюсь жить по такому правилу: хвалу и клевету приемли равнодушно. Но честно, я учусь не зависеть от одобрения или неодобрения людей, но нелегко. Нелегко. Вот это как бы... Я понял, что я больше смогу верить и побеждать тогда, когда я не ищу людской поддержки. То есть я могу тогда и правду говорить, рубить и гладить. Могу сказать, как есть, и помогать. Да, спасибо. По-моему, вы пастор процитировали Александра Сергеевича, да? Фраза. Это был Пушкин, да, по-моему? От этого вопрос такой. Какая еще книга, помимо Библии? Ваша помимо любимая? Библии. С меня, да? Да. Сейчас у меня на столе лежит, наверное, 4 или 5 книг. Я не читаю одну, я по несколько читаю. По чуть-чуть, и как бы какие-то вещи... Я уже выбрал авторов, которые мне нравятся. И в основном это... я читал... Одно время, когда я был поменьше, я много читал. Читал просто всю библиотеку там, где я жил, перечитал. Читал биографии людей. Потом... Сейчас у меня лежит на столе книга Дерека Принса и Питер Харобин. И еще мне нравится очень Добсон.
Спасибо, Артур. Для меня это, ну, много. Я тоже читал когда-то очень много книг. Ну вот один автор, этот Огмандино. Не знаю, не знаете такой Огмандино. Он написал такой роман или как это по-русски. Пасал с Дижакой Стирго. Самый лучший торговец мира. Так, может быть? Так, читал кто-нибудь, не знаю. Но там вот это как рассказ, как роман, но то же самое, он немножко положил там историю из Библии и вот так, ну, сделал. И эта книга для меня, я его читаю где-то 2-3 раза в год, когда мне, я вот, мои эмоции здесь, и мне надо немножко вот себя мотивировать и так. Отлично, Вадим. Мне очень нравится Жюль Верн, и любимое его произведение – это «Таинственный остров», где люди попали на необитаемый остров, и как они как бы выживали, используя свои научные навыки, навыки выживания, и к чему они в итоге там пришли. Мне просто очень нравилась эта книжка. Вторая книжка – это «Граф Монте-Кристо». Фильм не нравится, а вот книжка очень нравится, где человека несправедливо обвинили, и как он потом восстанавливает справедливость. Как бы, да, это месть, может быть, это такое как бы не очень христианское, но я очень люблю справедливость, и мне нравится, как история этого человека там описана. Спасибо. Как вам кажется, можете назвать одно качество характера, которое объединяет всех успешных людей? Наверное, целеустремленность, вера, верность. Вот. Угу, да. Трудолюбие. Без трудолюбия ничего вообще не достигнешь. То и то. Да. То и то. Такой вопрос. Вот большинство из нас здесь молодые люди, многие еще учатся. И, наверное, было бы интересно узнать, как вы учились в школе и помогло ли вам это. Ну, я в школе хорошо учился, но я хотел еще потом продолжать учебу, но так как мы были в Советском Союзе, я как христианин, я знал, что я не смогу учиться в высшем заведении, потому что мой брат в институт поступил, его отчислили из-за веры. Я даже и не пробовал. Вот. Но я ощущаю вот недостаток. Вот мне кажется, если бы вот была бы возможность тогда, я бы вот с моим сегодняшним умом, я бы учился бы. Я хорошо учился эти предметы, которые мне нравились. Да, спорт, музыка, не знаю, что это такое. И нехорошо учился такие, как химия, физика и такие. Ну, потому что я такой активный человек, мне надо все время быть в движении, да, правильно. И вот, ну, для меня, я говорил, я 4 года почти потерял учебу на это рекламу, да, и потом перешел на тренерские работы. Но я не потерял. Я думаю, что каждая учеба, которая у нас есть, жизнь хорошая или плохая, она много даст для будущего. То есть отсутствие результата – это тоже результат? Ну, да. Каком-то. Вадим? Из 28 человек я был 8. Как бы у меня был средний балл 7,8 примерно. Но я не считаю, что для бизнеса как бы нужно хорошо учиться. Просто я знаю много примеров, когда даже из нашего класса полные двоечники, они стали очень успешными бизнесменами. Только потому, что у них был определенный характер, определенное качество характера. И я знаю отличников, которые были самые лучшие. Они просто как бы вот так как-то работают еле-еле. То есть, да, образование нужно, оно дисциплинирует, но это не залог успеха в бизнесе. Можно еще? Мне кажется, вот необходим вот кто-то, кто бы учил бы меня, вот я ощущал это, вот дисциплине, вот личной дисциплине, как не сдаваться, вот
если бы была бы такая возможность, вот я бы куда-то устроился бы, чтобы меня вот кто-то за шкирку взял и помог вот организовать свое расписание, все. Вот, вот так вот. Еще один. Мой отец все время мне учил, что надо учиться от лучших. Это я все весь жизнь читал книги, где лучшие тренеры, смотрел, как лучший тренер работает, смотрел, как хороший бизнесмен работает, да. И это, мне кажется, это совет. Не, ну, ты идешь на экономику и учиться на Латвийский университет, но тебе надо найти какой-то лучший, ну, вот в твоей сфере, да, не подавать, ну, вот, если ты идешь на экономику, тебе надо найти, не знаю, человека, успешного который... экономиста. Да, ну, он это, узнемейс. Да, лучший. Хорошо. Еще один вопрос такой каверзный, может быть. На него надо быстро дать ответ. А можно как бы и не быстро, но желательно. Если бы вы сегодня получили 1 миллион долларов, ну или евро, как бы вы его потратили? Вадим? Я бы его вложил... 10%, не забудь, да? 10%. Ну да, то есть это было бы уже 900 тысяч. Спасибо, да, кстати, я забыл. Разделил бы их на 4 части. Один вложил бы в какие-нибудь перспективные акции, посоветовавшись с людьми, которые этим занимаются, опытные, потому что об этом я ничего не знаю. Вторую часть я бы вложил в производство чего-то, потому что это хороший бизнес, производство. Третью часть не знаю, во что бы вложил. И четвертую часть я бы вложил в какой-то бизнес-проект верующего человека из церкви. Я бы, конечно, посмотрел, насколько он перспективный. Просто чтобы постараться как бы просто вот своим людям, церковным людям, бизнесменам, верующим людям помочь также развиться. Не просто кому-то дать денег, а именно верующему человеку вот одну часть. Наверное, так бы я распределил. А тратить... потом бы потратил, когда вернулись бы эти деньги. То есть ты бы хотел стать инвестором и как бы не тратил бы на себя все эти деньги? Просто миллион можно очень быстро потратить и не заметить этого через 5 лет и забыть, что он у тебя был. Но если его вложить, то со временем можно как бы приобрести больше. И... Да. Спасибо. Я бы наполовину. Половину бы дал ему, потому что он сделал еще... Немножко побольше. Потом встретимся, да, после? Да. И другую половину я сделал бы баскетбольный зал для себя и там тренировал детей, которые, ну, детей, не знаю. Это мой такой, что я хочу делать после, когда я кончу профессиональный баскетбол, тогда я хочу опять тренировать детей. И хочу вот в свой зал, где дети пришли, я их тренировал, но тоже с ним, как сказать, ну, работал не только в баскетболе, но тоже для жизни. Спасибо. Сейчас я вас шокирую, но я думал о том, что только не о миллионе, а о миллиарде. Честно. Честно, я где-то месяц какой-то был у меня в жизни, я планировал так думать, как будто бы у меня миллиард евро, и что я смогу сделать вот для Бога в Латвии. И я даже писал, что я сделал бы. Я бы часть молодых людей из многих церквей проводил бы с ними такие. Во-первых, выбрал бы совет моих таких единомышленников, которые любят Бога и любят Латвию, и которые понимают, что нужно спасать. Если деньги помогут, то мы сделаем. Значит, я бы бросил бы какую-то часть, сделать такой как бы анализ, выбрать молодых людей из всех церквей Латвии, организовать их обучение всем естественным наукам, вот, так, чтобы они со временем как бы стали на ключевых каких-то местах в Латвии,
Латвии, чтобы помогли и в образовании, и в медицине, помогли Евангелию вот, и Божьим целям здесь, ну, чтобы они прошли обучение, такое хорошее библейское обучение. И часть я денег бы вложил бы в строительство церквей. В центре каждого города хорошую церковь. Но вначале бы я делал бы с пасторами, обговаривал бы. Ну, вот такие вот мои планы на миллион. И хорошая машина, да? Вот про машину как-то... Я еще думал, что какую-то маленькую часть, совсем маленькую, я вложил бы в свое обучение. Вот, думал, вот у меня есть некоторые вещи, которые я... У меня языки, я страдаю языками. Вот, чтобы меня кто-то вот так взял и учил бы. Хорошо, большое спасибо. И вот мы пришли на финишную прямую. Последний вопрос. Что вы можете посоветовать нашим друзьям, вот всем молодежи, кто здесь сегодня есть, чтобы достичь успеха в жизни? У меня много вещей. Ну, понятное дело, нужно работать, и работать много, и... Это даже не 5 часов, и не 7, и не 8 часов в день, чтобы чего-то достичь. Нужно работать много, быть трудолюбивым и использовать каждую минуту своего времени, чтобы она приносила какой-то результат. Не просто как бы просаживать время, убивать его там какими-то играми компьютерными, еще что-то, чтобы каждая минута она была с какой-то целью потрачена. Даже если просто хочется поспать днем, это нормально, можно поспать днем, чтобы как бы тело отдохнуло, но в такие занятия, от которых ты не отдыхаешь, ты устаешь, и они не приносят никакого результата. И когда проходят года, ты начинаешь понимать, что сколько времени оно просто было потрачено зря. Еще одна вещь – это всегда, принимая какие-то решения, советоваться с Богом, молиться, просить мудрости, просить воли. То есть не самовольничать, не выбирать направление в жизни как бы одному, всегда спрашивать у Бога, чтобы просто Он наставил. Если говорить про бизнес, то чтобы стать успешным в бизнесе, нужно быть... жертвенным, всегда чтить Бога десятиной. Я слышу, что очень много таких долго верующих людей, они в последнее время начинают дискутировать, что как бы десятину вроде бы и не нужно давать, или еще что-то. Я с этим категорически не согласен. Я считаю, что эта часть принадлежит Богу, и также жертвовать Богу, и это однозначно залог успеха. Что Бог, Он не оставит, Он всегда благословит, видя правильное сердце. Пока подумаю, пока коллеги ответят. Артур? Мне по-русски так труднее, но сперва делайте то, что вы любите делать. Это и потому что вы никогда не будете и да, это первое. Вторая вещь. Каждый день начинайте с любви в сердце против людей, против своей работы. И третье, любите Бога и этот путь, который Он показывает. Ну, мне кажется, три. Спасибо. Я сейчас скажу, у меня 5 «не». Значит, первый такой совет. Не ставь себе маленькую цель, то есть большую цель, потому что большая цель, она как бы, может быть, ты не добьешься ее, но, по крайней мере, у тебя будет полет. Стреляешь по звездам, до Луны долетишь, вот. Второе, не бояться, потому что очень много страхов. Люди, ой, а что я, как я? То есть не бойся, полагайся на Бога, будь смелым, как лев. Иди, пусть другие боятся, но не ты. Третье, не ленись, то, что Вадим сказал, будь трудолюбивым, не ленись. Четвертое, не ошибись с выбором цели. То есть огоньков много, вот. И таких, как бы, много таких, знаете, заманчивых. Все, как бы, как мода, вот туда бросились. Вот находи вот ту цель, которая убедит, что это правильно, и двигайся туда. И пятое, не отвлекайся.
Не отвлекайся, не расслабляйся, не делай себе каких-то извинений, там вот, не отвлекайся, двигайся. Есть что добавить еще? Все сказали уже, что я хотел тоже добавить. Большое спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо, что пришли. Мне было самому очень интересно. Надеюсь, всем нам. А напоследок я попрошу пастора Михаила помолиться, да, чтобы все это реализовалось в нашей жизни. Хорошо. Хорошо, давайте, друзья, мы встанем. И я хочу вот просто как исповедовать, что здесь присутствуют Божьи люди, которые любят Бога, у которых просто будущее, оно в Божьих руках. Вы победители, вы люди разумные, исполненные мудрости. У вас много ресурсов, у вас много возможностей, вы не ленивые. Во имя Иисуса, Господь, пусть Твое благословение будет вот в выборе профессии, в выборе цели жизни. Господи, пожалуйста, благослови каждого. Пусть, может быть, какие-то трудности, которые они будут испытывать в своей жизни, пусть эти трудности сделают их смелыми, такими закаленными и победителями. Господь, благодарю Тебя сердечно за эту возможность. Боже, Ты реально действуешь в нашей жизни, реально помогаешь и будешь помогать, потому что Ты Бог. Тебе мы можем доверять и на Тебя полагаться. Спасибо Тебе, Господь, и благословение всем. Аминь.